Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим шоколадную пасту. Паста универсальная. Она хорошо подходит как глазурь для покрытия тортов, пирожных, печенья. Также и для начинки. И вот мы сейчас все соединяем и отправляем на огонь. Буквально доводим до кипения, и паста наша готова. И очень удобное мы здесь все берем. Смотрите, 50 миллилитров молока, 50 граммов сахара, 50 граммов масла. Сейчас мы это растопим и добавим какао и шоколад. Какао у нас 2 столовые ложки с небольшим верхом. И вот небольшая плитка шоколада для более лучшего вкуса нашей пасты. Все у нас растопилось. Сахар, масло в молоке. Теперь мы сюда добавим какао. Какао предварительно просеянное. Высыпаем и размешиваем. Теперь эту массу мы доведем до кипения. Вот, видите, я довела ее до кипения. Она еще немножко даже кипит. И сюда я добавлю плиточку шоколада. Пусть просто остынет. Паста готова. Теперь мы ее процедим. Будем остужать. Вот и наша паста после охлаждения. Вот такой она густоты. Если нужно ее использовать как глазурь, то ее немножечко надо расплавить. А так она, смотрите, глянцевая, вкусная, пахнет. Если кому понравился рецепт, готовьте. Спасибо за просмотр. До свидания.